Цапюк оторвал голову, и только один этот факт может перечеркнуть все надежды кандидатки, ну, на победу в мэрских выборах. Это какая-то дурь. Они просто чистят каждый год, и каждый год получают за это деньги. Натуральный обман. Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю кировоградский интернет, комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это мое личное мнение. И да, конечно же, это дисклеймер. И на этой неделе партия «Слуга народа» представила кандидатку на пост мэра Кропивницкого. Унижение Александрии Цапюком продолжается. В Кропивницком спасают деревья, а в Аджамке убивают птиц. И папа вернул в Кропивницкий большой футбол. Партия «Слуга народа» презентовала тех, с кем пойдет на местные выборы в Кировоградской области. Первое, это, конечно, меня интересовало, кто попробует побороться с Андреем Райковичем. Тут скажу словами нардепа Корниенко, который, в свою очередь, процитировал президента Зеленского: «Баба, да». Вернее, женщина – это Ольга Ковалева-Алакили с 1998 года. Она работала в банках, в том числе и с российской пропиской, а в этом году успела побывать советницей бывшего главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Болоня. Причем не просто советницей была, а советницей по финансовым вопросам. И только один этот факт может перечеркнуть все надежды кандидатки, ну, на победу в мэрских выборах. Ну нахер. Среди тех, кого объявили «Слуги народа» кандидатами в областные советы, например, Игорь Волков, Андрей Яровой, Руслан Иванов и Юрий Шклерук. В горсовет идут Михаил Бижан, Анна Заречная, Антон Шевченко и Сергей Коса. Представлял кандидатов на местные выборы народный депутат Никита Потураев. Александра Дануцы в президии не было. Теперь уже опальный нардеп сидел в зале в первом ряду. Несмотря на то, что рейтинги «Слуги народа» постепенно падают, я думаю, что партия зайдет и в горсовет, и в облсовет, и с довольно приличным результатом. Конечно, не с таким триумфальным результатом, как они зашли в Верховную Раду в прошлом году, но все-таки «Слуга народа» пока еще сильный соперник. Цапюк оторвал голову кандидату от «Слуги народа». Вот такое я прочитал на странице кандидата, кстати, в депутаты горсовета Кропивницкого Михаила Бижана. Цитирую: «Сам собі зробив соціологію, сам про це написав, сам себе похвалив, та ще й відірвав голову нашому кандидату». Это все о картинке на процепюковском ресурсе «Сучасна Александрія». Там типа соцопрос. А вот и сама социология. Надпись «Лидеры электоральных симпатий александрийцев». Но сразу предупреждаю, это нифига не социология, это публичное унижение александрийцев Цапюком. Потому что пока еще мэр Александрии, я думаю, что и этот ресурс «Сучасна Александрія» не что думают, что александрийцы дебилы, чтобы в это поверить. Это же натуральный обман. Итак, в этом обмане Цапюк сам себе нарисовал 52%. Мечтать не вредно. Кстати, есть еще один такой в Беларуси, Лукашенко, себе 80 нарисовал. Дальше, Сергей Кузьменко оставил Цапюк 35%, ну а «Слуге народа» оторвал голову. Об остальных кандидатах вообще забыл. Но почему эту картинку я называю обманом? Во-первых, в этой так называемой социологии нет ссылки, а кто такой опрос вообще проводил? Во-вторых, а какого числа? В 1998 году? А среди кого производили опрос? Кого опрашивали? Нет, если, конечно, опрос проводили среди членов семьи Цапюка, то вполне верю, что там Цапюк набрал 52%. В общем, увидите такую картинку, сразу понимаете, это вранье. Степан Цапюк лихорадочно пытается ухватиться за власть, понимая, что это его последние месяцы на этом пока еще посту. А дальше вполне возможно новая эпоха в жизни под девизом «доверяй справам» там, или «доверяй, например, криминальным справам». Ну и отдельно хочу выделить тех, кто работает на Цапюка, особенно дизайнеров. Вы, когда в следующий раз будете лепить ему графику, там, шрифты и фоны, как-то выбирайте получше. А то работа некачественная. Вот у вас шрифты, например, вылезают из-за фона. И, ну, это же халтура получается. Размеры проверяйте. Хотя, если это вы специально делаете, ну, тогда аплодисменты вам, партизаны политической борьбы. Но не только о Цапюке, если мы говорим об Александрии.
На этой неделе я увидел и приятное, это видео Александрийского театра. Увидел на странице Марины Шинкарюк, и я поражен. В Александрии театр – реальный конкурент Кропивницкого театра. Зал, сцена – все это очень круто. Я когда-то жалел, что в области исчезают кинотеатры, то сейчас наоборот. Я очень доволен тем, что в области есть два теперь крутых театра. И это повод, чтобы делать театральные фестивали не только в Кропивницком, но и в Александрии. Это областного уровня, всеукраинского уровня фестиваля. И я помню прекрасно, как на областной сессии еще в начале этого года городские александрийские власти упирались, чтобы не давать денег на реконструкцию этого театра. Но, слава богу, у них ничего не получилось, и Александрия таки будет с крутым театром. В Кропивницком тоже есть свой театр, крутой, хороший, но не идеальный. Вот, например, фонтан напротив театра, который является, в принципе, одной архитектурной общей композицией. Когда он работал в последнее время? В сети я увидел видео журналиста Виктора Николаевского. Он прошелся по всем фонтанам Кропивницкого, ну почти по всем. И их практически просто нет. То есть они есть маленькие или же большие, но воды там нет. У пошуках прохолоди люди йдуть до двох джерел озерної балки. Цю воду навіть масово п'ють. Але не всі знають, що фактично ця вода витікає з брудного зеленого болота, розташованого вище за течією. И это не первый материал Николаевского. В своем новом видео он решил ответить на вопрос, почему в Ингуле, в Кропивницком, постоянно цветет вода, да и вообще вода какая-то странная. Так вот, в основном это проблема из-за огородов вдоль реки. А огороды – это пестициды или другие удобрения, которые просто смывают в реку. Хотя по закону огороды на берегах реки устраивать как-то нельзя. Благодаря этим огородам любая чистка Ингула, русло Ингула – это бесполезная история. Хотя подождите, в чем же бесполезно? Это золотая жила для тех фирм, которые чистят русло реки. И понятное дело, они же не решают проблему. Они просто чистят каждый год, и каждый год получают за это деньги. Прекрасная работа. Это уже не миссия невыполнима, а миссия не мать ее вменяема. Ну и Николаевский критикует экологическую инспекцию, которая не следит, по его мнению, должным образом за этими нарушениями на берегах Ингула. А вот тем, кто спасает в Кропивницком деревья, респект и уважуха. Кропивничане собираются и в жару поливают деревья на набережной. Ну а кто их еще польет? Среди активистов, кстати, хорошо знакомые мне лица, это Надежда Полывода, Лена Карпенко, Ирина Ткаченко и еще с десяток жителей города. Выходят активисты уже несколько выходных к ряду, и изменения есть, они сумели спасти несколько деревьев, ну я думаю, что с десяток от засухи. Если есть возможность, помогите волонтерам. Это же ивент, в конце концов, выйти на выходные и полить деревья. Даже если вы выйдете ради селфи или сторис, ну, полейте при этом хотя бы одно дерево, и уже будет круто. И еще об экологии. Охотнички хреновы, вы не офигели случаем? Почему я говорю? Да потому что начался сезон охоты на уток. И все было бы хорошо, я сам охотник. Но вот вам пост Юрия Вовкотруба. Это возле Аджамки. Расстреляны не утки, а озерные чайки. Это дело рук тех, кто называет себя охотниками, но не является ими. Я несколько раз сам участвовал в охоте. И сказать, что я, конечно, опытный охотник нельзя. Но вот так вот чаек бить, это какая-то дурь. Это бессмысленное убийство совершенно ненужных охотнику птиц. Ну и должен сказать, что такого себе настоящие охотники не позволяют. Это уже не охота. Ингулец будет играть в премьер-лиге Украины. Вроде у меня родилась еще одна дитина, понимаете? Но это насколько эмоции переполняют. И это для Кропивницкого супер новость. Во-первых, потому что «Ингулец», команда из Петрова, будет проводить домашние игры на стадионе в Кропивницком, на «Зирке». Кстати, у «Ингульца» даже цвета команды похожи, желто-красные. Во-вторых, в «Ингульце» и тренер, и некоторые игроки еще недавно играли за Кропивницкую «Зирку». В-третьих, в «Ингульце» настолько эксцентричный владелец, что скучно на протяжении сезона точно не будет. В-четвертых, в Кропивницкий приедут и «Киевская Динамо», и «Шахтер», и «Заря», и даже Александрия. В-пятых, Кировоградщина представлена теперь в премьер-лиге украинского футбола двумя командами. Ну и в-шестых, у нас реально появляются на 50% больше шансов у Кировоградщины попасть в Еврокубки. Поэтому приходите, болейте и помогайте кировоградским командам побеждать. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще. Но уж для «Ингульца» так это точно. Пока!